Создать фильм всего за полтора часа. 21 октября московский режиссер Антон Ярош провел мастер-класс «Сними кино своими руками» в информационном супермаркете «Атриум». Режиссер поделился с севастопольскими кинолюбителями своим опытом и тут же предложил применить новые знания на практике. Участники мастер-класса разбились на несколько групп и должны были всего за полтора часа создать собственный фильм из фотографий. Это фотофильмы, поскольку нет времени монтировать видео, но фото ничуть. Здесь нужно проявить определенную креативность для того, чтобы сложилась именно фотоистория. Она была динамична, она была кинематографична и да, то есть будет содержать все моменты, которые да, должно содержать в себе кино настоящее.